Буквально в ближайшие несколько месяцев астрономы завершат строительство нового удивительного телескопа, у которого большое поле зрения и гигантский объектив. То есть он может собрать много света и увидеть далекие уголки не только Солнечной системы, но даже всей нашей Вселенной. Но это, можно сказать, мечта астрономов, которая в ближайшие месяцы должна осуществиться. И мы надеемся построить несколько таких телескопов, и тогда сможем контролировать, быстро изучать все небо.